Так, вот у меня есть мука. В общем, я всю муку достала. Вот тут ржаная мука, а здесь обыкновенная. Ну, просто решила все использовать. Вот это, видите, дрожжи. Они у меня уже были заморожены, я их разморозила. То он начинает говорить, что там вредно, с дрожжами. Я не знаю, я по-другому не умею рыбный пирог делать. Я из дрожжевого теста умею только. Это вот у меня кружечка такая, видите. Кусина. Это у меня главное из России привезла. А почему-то написано лакусина. Интересно. Так, сейчас я просею муку. Добавлю леводура. Леводура — это дрожжи. Тут у меня уже пол чайной ложки соли и столовая ложка сахара. Немножко еще оливкового, ой, масла растительного добавлю. Немножечко. Ну, совсем чуть-чуть. Вот, все, хватит. И это у меня сейчас будет опара. Так, я просеяла муку. Чайник просеяла, видите. И сейчас добавляю сюда дрожжи. Так, дрожжи размельчим. Сейчас все это помешаем. У меня новый маникюр. Подождем где-нибудь полчаса, пока подойдет опара. И потом будем месить тесто. Вот, немножечко притушу картошечку. Уже это вот уже поднялось, надо сейчас замешивать и почистить рыбу. И включить духовку, чтобы нагорелось. Сейчас все это я буду делать быстро. Так, тесто замешано. Вот тесто. Сейчас немножечко, 10 минут еще подожду. Так, здесь блинчик готов. Здесь. Уже раскатываю. Смотрю Crazy Max. Так, видите, картошечку положила, сверху лучок. Сейчас посолю, поперчу. Потом рыбку нарежу. И надо еще будет в конце чуть-чуть добавить это масло оливковое. Ну, чтобы оно было, ну, внутри такое сочное. Так, рыбка посолила, поперчила. И добавила, видите, растительное масло. Сейчас этим блинчиком закроем. Так, пирожок готов. И вообще это называется, по-моему, кулебяка. Да ведь? Рыбный пирог по-русски называется кулебяка. Пирожок красивый, пахнет вкусно. Сейчас мы его смажем маслицем, чтобы он был, ну, такой мягкий. Нет, это не грубый такой. Ну, еще ему посидеть полчаса, еще пока мало. Так, маслицем намазали. Какая вкуснятина! О! Пирог готов. Запах жареного вообще там лука. Надо сейчас помазать его маслицем. Маслицем сейчас помажу. И у меня немножко отдохнет. Как это говорится. И буду пробовать, как вкусно. Блин, как хочу скорее. Вот пирог в разрезе. Вон пропекся хорошо все. Хорошо пропекся. Вкусно так пахнет. Сейчас я покушаю. Мы смотрим наконец-то Вику. И Леша кушает, видите, пирог. Пока не иди в баню. Зазвони видео. Так скажи, вкусно, нет? Я старалась, запекла. Рыбный пирог называется по-русски кулебяка. У меня твоя камера, не кулебяка. И Вася тоже, видите, протестует. Вася, иди сюда. Таня, убери камеру от меня. Я Васю снимаю, не тебя, успокойся. Вон Вася идет. Я вон Васю. И Вику. Видите? Неправда, ты все разбор, ты...